Азербайджан успешно развивает туристическую сферу, и постоянно растущий поток туристов в страну – яркое тому доказательство. Участники Первой Генеральной Ассамблеи Ассоциации отелей Азербайджана отметили, что уже к 2023 году число туристов может увеличиться вдвое. Не исключено, что уже в ближайшем будущем Азербайджан станет самой привлекательной с туристической точки зрения страной на Кавказе. Для реализации наших планов до 2023 года принята национальная туристическая стратегия. Она будет притворяться в жизнь по 9 направлениям. Это и опыт работы в туристической сфере, специальное образование, инновации, технологии, бренды и прочее. Основная линия стратегии – продолжить развитие азербайджанского туризма, привлечь еще больше туристов. Адаптация местного гостиничного бизнеса к международным стандартам поможет Азербайджану превратиться в международный туристический хаб. Президент Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуат Нагиев еще одним важным направлением назвал присвоение звезд гостиницам, чтобы стимулировать работу небольших отелей в столице и регионах. Уже в сентябре следующего года отелям будет представлена классификация звезд, но перед этим представителям гостиничного бизнеса Баку и регионов проведут тренинги. Ведь развитие преподавания в сфере туристического бизнеса напрямую влияет на качество оказываемых туристам услуг. А уже в декабре планируется начать процесс присвоения звезд отелям. В числе необходимых условий – чистота, вежливый и обходительный персонал. В каждый отель будут направлены 2 инспектора, которые подготовят отчеты и разместят их на нашем сайте. Процесс будет проходить в прозрачной обстановке. Руководство отелей также сможет видеть и комментировать отзывы. Прошедшие проверку отели получат лицензию на 4 года. Следует отметить, что в новосозданную ассоциацию отелей вошли 36 гостиниц. Ожидается, что до конца этого года их число возрастет до 100. Эльнара Мамедова, Илья Сабиргазы, Джавид Гадыров, CBC.